Компания Food Service представляет вашему вниманию обзор тесто-раскатки Farina Standard. Определим, что такое тесто-раскатка. Тесто-раскатка – это специальное оборудование, которое позволяет раскатывать тесто определенной толщины и ширины. В зависимости от своего типа тесто-раскатки позволяют раскатывать различные виды теста. Использование подобного рода оборудования гарантирует стандартные размеры заготовок и высокое качество готового продукта. Тесто-раскатка Farina Standard производится украинским предприятием. В комплекте поставки – тесто-раскатка, две струбцины, ручка, лоток для подачи теста, инструкция. Тесто-раскатку очень просто и быстро собрать. Вам понадобится только обычная отвертка. Корпус аппарата изготовлен полностью из пищевой нержавеющей стали. Все детали и узлы подогнаны четко, и надежность их соединения не вызывает никаких вопросов. Тесто-раскатка имеет жесткую конструкцию. Толщина стали составляет примерно 1,5 мм. Фиксация ко столу происходит с помощью двух струбцин. Возможность закрепить их предусмотрена с обеих сторон, в зависимости от того, как вам будет удобнее. На корпусе тесто-раскатки выполнена гравировка названия и стрелка направления вращения ручки. А на лотке для подачи заготовки размещена подсказка о необходимости посыпать валы мукой, чтобы тесто не прилипало. Сверху с обеих сторон есть разметка – шкала расстояния между валами. Именно расстояние между валами определяет толщину заготовки. Она регулируется с помощью двух ручек от 0,2 до 15 мм. Ориентируясь на шкалу, вы получите равномерно раскатанную заготовку теста. Внимание! Тонкую заготовку теста с толстой можно получить только в несколько этапов, постепенно уменьшая толщину. Обычно достаточно 3-4 раз, чтобы получить тонкий лист теста. Общая длина валов составляет 40 см, рабочая длина равна 37 см. Именно этот параметр определяет максимально возможную ширину заготовки теста, которую можно раскатать на данном аппарате. Вес тесто-раскатки составляет 9 кг. При достаточно компактных габаритах тесто-раскатка Farina Standard с легкостью справляется с крутым, слоеным, песочным тестом, тестом для пиццы. Поэтому эта тесто-раскатка активно применяется в ресторанах, столовых, пекарнях, пищевой промышленности, для приготовления чебуреков, вареников, хачапури, пиццы, разнообразной выпечки и многого другого. Надежность данного прибора обусловлена также и тем, что шестерни тесто-раскатки изготовлены полностью из стали. Однозначно можно сказать, производителю действительно удалось совместить высокое качество с весьма доступной ценой. Специалисты компании Food Service рекомендуют данную тесто-раскатку для ежедневного использования в условиях коммерческой нагрузки. В компании Food Service представлены тесто-раскатки различных производителей. Детальное описание, характеристики, цены и отзывы вы можете посмотреть на сайте компании по ссылке в описании снизу под этим видео. Надеемся, этот обзор был полезен для вас. Ваши вопросы оставляйте в комментариях под видео, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры. До встречи!